Бонсов, Жардел пришел в штрафную. Подача, удар. Ну, так Тори Эрич видел этот мяч четко. Ну, и даже сам, мне кажется, не сразу понял, что удар сильным не получился. Так немножко неловко он заваливался. Ну, в итоге этот мяч. Неплохая скорость. Отдает налево. И можно бить. Рикошет. На родном для себя языке. Эричи Аничич. Не очень вовремя здесь подставляет гол Кабананга. В итоге мимо мяча пролетел. А Шамко, Дмитрий Шамко. И вот хорошая передача, и можно было бить. Эдж и скорости, да еще и до ворот было слишком короткое расстояние. И похоже, что Твумаси все-таки не ожидал, что мяч до него дойдет. Здесь была борьба сразу двух футболистов. И придумать удар сразу не получилось. Но капитан Астаны Фокси Китавуама молодец. Передачу отдал класс. Вот помнится, в первой игре с Галатасараем Астана подобным образом создала несколько моментов. И тоже вот не получалось бить, а здесь забивает все тот же Патрик Твумаси. Отличная атака. Он, как знать, быть может, его присутствие помогло бы одержать хотя бы одну победу и сейчас претендовать действительно на что-то очень серьезное. Ну и молодцы. Молодцы Кабананга и Твумаси. Высокий парень, жуниор Кабананга, но как исполнил эту передачу? Ну, если бы правой ногой, мы бы, наверное, не удержались от сравнений с Дэвидом Бекхэмом. Но в данном случае, наверное, правильно сказать, что Кабананга остается самим собой. Астаны, Фокси, неплохо, и можно бить, мяч залетает в сетку, не было офсайда, 2-0, ничего себе! Здорово, красиво, и так навес Фокси, и, по-моему, все-таки попадает мяч в затылок Аничичу. А может быть, даже в спину. Да, спиной, вот своей фамилией прямо Аничич забивает этот мяч. Но главное здесь не, наверное, в самом ударе, конечно, а в качестве подачи Фокси Китавуамы. Это первое. И второе, вот далекий выброс аута. Обрабатывает мяч и бьет даже по воротам. Но Хименес с мячом. Он будет обыгрывать. Пасует в центр. Был небольшой рикошет. Подача точно не получилась. Удар в дальний угол. Эрич готов. 25, может быть, даже чуть больше. Это пицца. Бил. Хороший удар с подъема. И каков красавец Ненад Эрич. И, конечно, полети мяч поближе к левой от него штанги. Было бы ему совсем тяжело. Но и здесь овации трибун совершенно уместны. Так что действительно надо, наверное, поаккуратнее. Удар издали, вновь опасно. С одной стороны, с другой, то же самое мы говорили перед матчем и во время матча с Атлетико. Но затем поехал в английскую премьер-лигу, ну, за сборную Колумбии играл. Здорово на чемпионате мира, но не вовремя мы об этом заговорили. Эрич вроде бы тоже был рядом, но среагировать на такой удар времени у него уже не было. Действительно, исполнили португальцы все просто великолепно. И 2-1 теперь в пользу Астаны. Свою погоню начинает Бенфика. Здорово, красиво, и на этот раз Анги. И в итоге точную передачу отдает вперед. А что здесь со скоростью Твумаси? Это должно быть предупреждение. И двигался в направлении мяча, и, скорее всего, был бы на нем первым. Удара локтем в лицо все-таки не было. Это была скорее блокировка. Лиссандро Лопес вынужден был так играть. Ну, действительно, Жулио Сезар, наверное, все-таки опережал бы Твумаси. Четыре игрока Астаны в штрафной, но идет перевод на левый. Удар с лета. На самом деле довольно уже, а здесь опасный перехват. Астана бежит вперед. Твумаси, удар! Твумаси. Казалось, что численное преимущество в атаке у Астаны. И можно играть за счет партнеров. Но увидел Твумаси, похоже, Бенфики. Ну, давайте за ней посмотрим. Все-таки Ренато Санчес очень быстр. Причем с мячом он бежит не медленнее, чем без мяча. Хорошая передача вперед. Но здесь прав. Ну, а передачу Санчеса отмечаем. Действительно классная. Ну, вот, по всему,
врачи в перерыве действительно заклеили ссадину. И можно играть мяч под правый. Передача. Ох, как здорово пробивал Твумас. Удар был довольно плотный. И не хватило какого-то мгновения. Заканчивается Твумаси низом. Отсюда можно пробить. Рикошет тащит. Тащит Журавит Астана. От Кабананги мяч летел. Вот давайте отсюда посмотрим. Бил Максимович. Его фамилию мы сегодня вспоминаем нечасто. Ну да, в ворота. Он уже два мяча забил в этой Лиге чемпионов. Удар в касание, мяч в сетке. Вот это да! Вот это да, Рауль Хименес. Для того, чтобы доставить мяч в сетку. И здесь на фланге, смотрите, сам Хименес сыграл в стеночку с партнером. Здорово открылся. Здесь не доработал, конечно, один из игроков Астаны. Давайте посмотрим, кто. Не виден номер. Но ощущение, что это либо Максимович, либо вернувшийся чуть назад Мужиков. Нет.